Мечты начинаются в детстве. У них белоснежные крылья. Они солнцем ясным согреты, когда-нибудь все станут былью. Но сердце отважным и добрым должно быть у тех, кто мечтает. Тогда яркая радуга и счастье все утром вокруг засияет. И мир расцветет, улыбаясь, поверит, что ждет его чудо. У каждого пусть на планете мечты обязательно будут. Превышает земной в 758 раз. Но он настолько легкий, что если бы его удалось поместить в огромный аквариум с водой, то он стал бы в нем плавать. Чтобы солнечный свет достиг Земли, требуется около 8,5 минут. Бетельгейзе, самая яркая звезда на левом верхнем плече Ориона, является настолько большой, что если ее поместить где Солнце, она поглотит Землю, Марс и Юпитер. Интересными фактами поделились с нами юные любители астрономии из школы номер 10. И если рассматривать школьное пространство как отдельную галактику,
Творческое объединение «Позитив» руководитель Олег Олегович Соловьев утверждает, что там есть свои обаятельные пришельцы. На урок ложки берут с собой, отвлекают внимание старшеклассников ярким костюмом, успевая съесть первое, второе и компот. Отличная получилась аллегория. Образцовый детский коллектив. Хореограф Виктория Евгеньевна Соловьева. Центр детского творчества. Thank you.
Ребята застыли от удивления. Мы с Костей открыли дверь и потихоньку вышли во двор. Все пошли за нами. Мы отошли от дома в сторону и взглянули на крышу. Там сидела обыкновенная ворона и что-то клевала. Тук-тук-тук, бу-бу-бу. Стучала она по железу клювом. Интересно! Вот, девочки из ансамбля эстрадного танца «Вдохновение», руководитель Ирина Владимировна Лобко, школа номер 3, будучи примерно в твоем возрасте, прочитали рассказ Николая Носова «Тук-тук», который позже вдохновенно вдохновил их на создание философски-созерцательного концертного номера. Заперли за дверцу, за седьмым замком, ком, дураком, босиком, целиком, кровь с молоком. Тук-тук, откройте, это я, ваша совесть, недочитанная повесть. С обожженными страницами, с равнодушными лицами, где-то за границами. Разобрали на запчасти, собираем по осколку толку, искать иголку на книжной полке. Тук-тук, откройте, это я, ваше горе, нарисованное море, глубоко до дна, не достать, не отстать, не восстать, не пролистать. Ла-ла-лай-лай-ла-ла-ла. 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 Ваша правда никогда не будет завтра. К нам придет вчерашнее сегодня, как злая сводня в одном исподнем. Тук-тук, откройте, это я, ваша честь. Постелили у порога с чистыми подошвами в берлогу. И слава Богу, зачем так много, когда все есть? Ла-ла-лай-лай-ла-ла-ла. Ла-ла-лай-лай-ла-ла-ла.